Приветствую вас. Я думаю, что начать мой ответ стоит с того, чтобы спросить у вас. Вот для вас самой, какое поведение было бы наиболее приемлемым? Вы сами в этой ситуации как могли бы поступить? То есть как вы готовы поступить? Готовы ли вы, например, написать ей? Готовы ли вы встретиться с ней сами? Ну вот. На мой взгляд, это является ключевым аспектом, потому что от того, что вы готовы сделать для налаживания отношений, зависит их будущее. Ну, зависит будущее ваших отношений, да? Далее идем. Ваша подруга, она могла перестать с вами общаться после школы по целому ряду причин, начиная от того, что происходило между вами, и заканчивая тем, что, например, для нее значит само по себе окончание школы. То есть вполне вероятно, что для вашей подруги окончание школы это, ну, что-то такое очень значимое, очень важное, очень такое, как бы это сказать, ну, знаете, знаковое. То есть вот вы, например, могли общаться с ней, подругой, когда вы учились, да, и не можете общаться, когда вы перестали учиться. Ну, так, по крайней мере, думает подруга. Вот. Соответственно, а может быть, между вами произошли какие-то обиды. Тут тоже может быть. Вот, что-то. Может быть, подруга считает, что вас теперь больше ничего не связывает вообще. И, соответственно, зачем вам общаться теперь с ней? Ну, больше. То есть, какой в этом смысл? Вот. Поэтому я думаю, что исходить нужно из этого. То есть, если вы хотите ее вернуть, подругу свою, ну, мне кажется, что имеет смысл более решительные действия предпринять. То есть, ну, например, встретиться с ней, вот, и соответственно, уже с глаза на глаз можно будет поговорить, можно будет к чему-то прийти, вот, можно будет можно будет что-то решить. Вот. Мне кажется,
что вот именно так вам можно ответить на ваш вопрос. Вы спрашиваете, как наладить отношения. Чтобы знать, как наладить отношения, нужно, ну, по меньшей мере, подробно расспросить вас о том, что произошло, что могло произойти. Вот. Такого, что вот подруга ваша тебя начала так вести. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет продумать то, как вам себя вести в ответ. Вот. А пока что вы очень мало информации предоставили о себе. Я даже больше скажу, что вот по тому, сколько вы написали, нет ощущения, что вы серьезно хотите вернуть подругу. Вот. Вы не подумайте, я не критикую вас, не обвиняю. Просто мне кажется, что если хочешь вернуть кого-то, то, ну, наверное, более подробно напишешь, более подробно все расскажешь, ну, если действительно лучшая подруга, да, и так далее. А не чувствуется, что вы действительно этого хотите, не чувствуется, просто не чувствуется. Ну, я могу ошибаться, если я ошибаюсь, я буду рад, и буду рад вам помочь во всей этой истории разобраться и понять, как же действовать, но лучше всего, если вы просто-напросто с ней встретитесь где-нибудь и как бы у нее не будет возможности уйти куда-либо, и вы с ней уже поговорите. Вот. Мне кажется, это очень важно. Вот. То есть, с другой стороны, опять же, мне непонятно, почему вы не сделали это сами раньше, то есть вот за год. Мне кажется, можно было это сделать, но не сделали. В любом случае, вот, может быть, вы захотите мне что-то объяснять, вот. Я вас хотел бы предупредить, что мне объяснять на самом деле ничего не нужно. Вы как бы думаете о том, что вот могло произойти и что вы готовы сделать, чтобы вернуть свою подругу. Да, вот это вот гораздо важнее, чем, например, объяснение мне в том, почему вы оказались в той или иной ситуации. Вот. А если это не имеет отношения к проблеме, да, то есть я могу предположить, что вы оказались в этой ситуации, потому что вот так поставили себя с подругой, что она вот, ну, может, она не подруга вообще. Может быть, подруга, но она думает о вас то, что вообще к вам отношения не имеет. Понимаете? То есть, опять же, нужно здесь проанализировать, как вы дружили, что вы делали вместе, что вы конкретно делали для нее, как вы себя вели. Все это имеет большое значение. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучше. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.